Российские телеканалы отказались показывать рекламу банка «Уралсиб» с участием телеведущего и юмориста Максима Галкина. Причиной такого решения являются высказывания шоумена о специальной операции на Украине. 24 февраля Галкин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте «Черный квадрат» и сообщил, что держит связь со своими родственниками и друзьями. На Украине Максим признался, что не может передать словами свои чувства и не понимает, как возможно то, что происходит.